Подбор кадров по новому стандарту. В его основе будет лежать кластерный подход. На рынке труда Ульяновской области на данный момент сложилась непростая ситуация. Выпускники учебных заведений хотят найти работу. Работодателям нужны работники. Вроде бы все логично. Но между двумя запросами возникают противоречия. Молодые работники часто не удовлетворяют работодателей. А самим выпускникам не нравятся предлагаемые условия труда. Отсутствие внятных перспектив профессионального роста, отсутствие механизма закрепления молодых кадров, низкий престиж в связи с этим профессионального образования со стороны работодателей, да и сами учащиеся нередко весьма нелестно отзываются, приводит к тому, что существующая система, которая у нас в регионе пока вот работает так, как она работает, функционирует не очень эффективно. Изменить положение дел как раз призван новый стандарт. Запрос отдельного предприятия часто не слышен на рынке труда. Когда работодатели одной отрасли или кластера составляют общую картину требуемых вакансий, это уже солидная сила. По новому стандарту учреждения среднепрофессионального образования будут ориентироваться на запросы работодателей и в соответствии с ним формировать набор на специальности. Мы меняем подход, мы начинаем переворачивать систему профессиональной подготовки, уходя от того, что мы учим того, кого интересно вот выпускникам, юристы, экономисты, как это модно, переворачиваем это до уровня, что мы начинаем готовить того, кто нужен экономике, кто нужен нашим работодателям, кого они ждут. Такой подход позволит убрать перекос на рынке труда. Например, работодателям нужны 400 поваров, а СУЗ выпустили всего 100. Зато по другим специальностям диплом получили гораздо больше человек, чем нуждается отрасли. Сотрудничество предприятий и образовательных заведений позволит уже на этапе обучения присматриваться к будущим специалистам. Заодно студенты смогут проходить практику там, куда они потом пойдут работать. Предприятия все больше нуждаются в высококвалифицированных руках, а не тех, кого потом придется переучивать. Нам все меньше необходимо сейчас рабочих с начальными навыками, рабочих с третьим разрядом. То есть мы ранее работали на количество, то есть сейчас нам нужно работать на качество. То есть все больше мы делаем упор на это, потому что вызов и заявка от производства, она говорит, дайте нам людей 4-5 разряда. Новым стандартом уже заинтересовались крупнейшие работодатели области. В их числе «Авиастар», Ульяновский автомобильный завод, моторный завод. Не отстают от них малый и средний бизнес. Ведь это реальная возможность устранить кадровый дефицит и получить грамотных работников. Егор Титов, Александр Кудряшов, новости Управда ТВ.